Всем привет! Сегодня у меня на канале будет обзор шейных платочков и шарфиков, а также вот таких вот колечек, чтобы вешать эти шарфики, и колечко для шарфиков. Начну с обзора шарфиков. Покажу вам подробно, какой рисунок на них, чтобы вы видели при заказе, какой точный рисунок, потому что многие продавцы снимают очень плохо сам рисунок, и потом тяжело разобрать, что же там такое нарисовано. Первые два платочка я покупала всего за 37 рублей. Вот такой вот более со скромненьким рисуночком. И вот такой по цветасти. Полностью соответствуют они фотографиям на фото у продавца. Я довольна, а тем более такой ценой. Теперь переходим к шарфикам. Этот шарфик, в принципе, очень сильно отличается по цвету от того, что фотографии у продавца. Там вот этот цвет зеленый более светлый, в принципе, как у меня сейчас передает камера. Но на самом деле цвет немножко посветлее. И на одной стороне вот нарисованы такие синички, и далее вот такие птички. И точно такие же птички с обратной стороны этого шарфика. Мне, в принципе, шарфик понравился. В принципе, все равно цвет достаточно очень-очень нежный. Вот обратная сторона этого шарфика вот такая. Тут просто веточка и вот такие птички. С этой стороны никаких синичек нет. И вот такой шарфик с бабочками. Кто смотрит мои обзоры, я и в бижутерии очень часто покупаю что-нибудь с бабочками. Вообще бабочек у нас многие любят. Поэтому вот такой вот нежный шарфик. Серединка у него вот такая светленькая с бабочками. И другая сторона тоже вот такая вот оранжевая. Вот этот шарфик полностью соответствует описанию, фотографии, как у продавца в магазине. Очень легкий, очень нежный шарфик. И вот такие вот колечки для шарфиков. Очень они мне нравятся. У меня уже есть такой голубой. Вот так они открываются. Очень легко. Можно повесить где-то в шкафу, либо в коридоре, либо зацепить за вешалку, как показано на фотографии у продавца. Мне нравятся такие колечки. Стоят они недорого, тем более за две штуки. И вот такое специальное колечко для платочка. Когда я смотрела на фотографии, там очень светлая фотография у продавца. На самом деле, как вы можете видеть, цветочек очень-очень темный. И цвет золота вот этого вот, такое очень-очень розовое. Но при этом очень качественное колечко. И самое, что я хочу заметить, вот эти все стразики, которые приклеены, они очень качественно. То есть вот это вот колечко для платочков сделано очень качественно. Кто не видел, как пользоваться такими колечками, я уже показывала недавно в обзоре, что вообще можно завязывать платочки обычными, совершенно обычными колечками. Кто не посмотрел, посмотрите такое видео. Вот эти колечки тоже продеваются в отверстие и потом вот так же завязывает платочек. Очень красиво, очень удобно. У меня заказано еще несколько таких колечек специально для платочков шейных. Приедут, обязательно покажу. А на этом сегодня все. Все ссылочки есть внизу в описании. Всем удачных покупок. Пока-пока.